Всем привет! Какое-то время от нас не было новостей. Как и всем, нам тоже надо было справиться с непредвиденными сложностями. Но ожидание закончилось. Пора заглянуть в открытый мир Dying Light 2. В прошлый раз мы показали вам одно из заданий сюжетной кампании Dying Light 2. You get out there, old as fuck. Вы увидели, как ваши решения влияют на сюжет и значительно меняют мир вокруг. Сейчас мы хотим рассказать вам больше об игре и некоторых вещах, которые мы будем обсуждать в ближайшие месяцы. В Dying Light 2 вы становитесь Эйденом Колдуэлом, странником, который пытается разгадать тайну из своего прошлого. Она приводит его в город. Возможно, последний оплот человечества. Сначала вам кажется, что это тревожное и жестокое место разорвет вас в клочья. Но затем вы встречаете ночных бегунов, опытных выживальщиков, когда-то помогавших людям. By the way, I'm Hakon. You were a night runner. You used to help people, remember? Night runners are gone. Finished. A myth. Неизвестно, можно ли им доверять, но когда вокруг тьма, союзники очень нужны. А новые темные времена уже настали. Прошло уже 15 лет с тех пор, как мир навсегда изменился. Прежняя цивилизация сгинула, но на ее руинах возвели новую. Люди отчаянно сражаются за скудные ресурсы. Здесь больше нет правил, а слабость наказывается. Три фракции борются за власть в городе. Выжившие гордятся тем, что могут приспособиться к любым условиям и почти где угодно создать безопасные зоны. Миротворцы, дисциплинированные солдаты, желают установить свой закон и порядок и сминают все на своем пути. Ренегаты, бывшие заключенные, служат своему безжалостному полковнику, жаждущему единоличной власти в городе. Where is Waltz? Make him talk. Используйте эти фракции в своих интересах. Помогайте или мешайте им, меняя город на свой лад. Но не забывайте, что в каждой фракции очень непростые люди. Что поведет вас, холодный расчет или ваше сердце? The bazaar needs good people. Help us, and you'll find a home here. С некоторыми в городе договориться не получится. Бандиты, изгои и мелкие преступники живут только ради наживы и убийств, погружая улицы в хаос. Но наступление ночи пугает и их. Темнота меняет правила этого мира. С приходом ночи выползают чудовища, чтобы охотиться на тех несчастных, кто не успел под защиту ультрафиолетового освещения. Орды зараженных заполняют город, словно гниющая лава. Смертоносное порождение 15 лет мутаций и эволюции. Ваш единственный шанс — вертикальное перемещение и бегство по крышам. Хотя даже здесь вам не будет покоя от быстрых и опасных зараженных. Или еще большей угрозы. Но ночь — это и новые возможности. Днем логово кишели зараженными, а теперь они пусты. В них вы должны действовать очень осторожно. Но тем, кто не побоится кошмаров ночи, может выпасть джекпот.
счастью, у вас есть все необходимое для выживания. Ваши исключительные навыки паркура позволяют вам перемещаться в самых трудных местах. На крышах ваша паркурная акробатика может спасти вам жизнь. Но зачастую с врагом придется вступать в бой, и для этого нужно быть умными, запасливыми и решительными. Мы хорошо поработали над физикой боя, чтобы смачные удары большим увесистым оружием приносили удовольствие и эффектно смотрелись. Но даже в самой жестокой рубке есть место тактике. У вас есть много способов приобрести навыки, подходящие вашему стилю игры. Вам решать, будете ли вы делать упор на мобильность и паркур, или агрессивный рукопашный бой, или на создание приспособлений, которые помогут достичь успеха. Любой полученный навык может в корне изменить ситуацию и превратиться в любимый прием. Dying Light 2 все происходит стремительно. Каждое мгновение имеет значение, и каждый ваш ход может стать победой или поражением. Выбирайте друзей и действуйте с осторожностью. Каждый ваш поступок в городе может изменить игровой мир, то, по какому пути пойдет сюжет и судьбу жителей города. И что самое важное, ваша судьба тоже в ваших руках. Главное, оставайтесь человеком.